Я в туннеле. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции.
хитрыми. Хакон, я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Черт! Хакон? У меня неприятности! Хакон? Yeah!
дам две пачки и сигареты больше. Не пойдет. Пока. Хакон, я внутри. Пять пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Что ты здесь делаешь? Откуда он? Шароебился тут по туннелям, бродяга с базара. Скорее лазутчик ренегатов. Не похож он на ренегата. Он очнулся. Что ты делал у нас на базе? Мне просто нужно в центр города. В центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные. Как получилось, что никто из вас ничего не видел и не слышал, а ты забыл о запрете на проход? Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был 4 дня назад? Я пилигрим. 4 дня назад я был в 100 километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда, а насильно ее не получишь. Но командир Лукас всегда говорил... И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим? Похоже, он не врет. Можешь идти, сержант. Я сам с ним поговорю. Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл. Это же за 1500 километров отсюда. Вообще-то больше 2000. Мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет. И тебе удалось так далеко забраться. Впечатляет. И как там сейчас, снаружи? Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших и гораздо больше зараженных. Логично. Большинство терпят жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. У меня там 2 сестры и 2 брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? В Лондоне и рядом. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более 4 поселений. Твою мать! Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в Централ Луп через 4 дня после убийства. Кроме того,
На месте Карла я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл вертит здесь всем, как хочет. Он ублюдок и святоша. Настраивает против нас весь базар. Несмотря на то, что мы их защищаем. Как там за стенами? Никогда не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить. Кое-кого ищешь? Возможно, я мог бы тебе помочь, но не бесплатно. Я привык торговаться. Что нужно? Сразу к делу. Славно. Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира. Убийцу Лукаса. Его тело нашли на базаре. Изуродованное. Жители базара не идут нам навстречу. Они горды и упрямы. И не собираются никого нам выдавать. Но командование не хочет ждать. У меня приказ сверху, Пилигрим. Если жители старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие. Редкие кастеты, которые он называл Лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне. И я непременно тебя отблагодарю. Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. А зачем мне на тебя работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Мы ошиблись. Ты явно не убийца. А почему вам самим не расследовать убийство? Я почти никого не знаю. Именно поэтому ты и можешь помочь. С нами никто не станет разговаривать. Для них мы – оккупанты. Подумаешь, боремся с преступностью и с зараженными. Их только волнует, что мы едим их еду и пьем их воду. Но ты… Ты пилигрим. Здесь многим нужна помощь. А ты чужак. Ты сможешь втереться к ним в доверие. Они пытались меня убить. Послушай, мы – твой единственный шанс. Ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Так как? Ты поможешь мне? Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала он был отрезан от остального мира из-за вируса. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Осмотрись там. Расспроси людей. И не возвращайся с пустыми руками. Удачи. Хакон, ты меня слышишь? Эйден, дружище, рад, что ты жив. Ага, ну меня поймали и допросили. Хорошо, могли и убить. Встретимся снаружи. Помогите с расследованием, а мы поможем с бандитами. Я уже сказал. Никто из жителей базара не имеет отношения к смерти. Тогда почему вы не разрешаете Ну, что они от тебя хотели?
Если бы ты был на месте, как обещал. Эй, эй, я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то еще. Смерть Лукаса – тяжелый удар для них. Они любили его как отца. Айтеру не хватает харизмы Лукаса. Ему будет непросто. Айтер сказал, что мог бы пропустить меня в центр, если я помогу. Что? Чем ты можешь ему помочь? Он хочет, чтобы я нашел оружие Лукаса. Лазаря. Его не нашли на месте преступления. Он считает, что это поможет найти убийцу. Лазарь, говоришь? Необычные кастеты, да? Я знаю парня, который торгует краденым и прочим в таком духе. Барыга? Иногда. А так, обычный мошенник. И туповатый, к тому же. Он уже задолжал половине города. Если кто-то в Велидории глуп настолько, чтобы купить их, это он. Как его зовут? Хуберт Кирбацис. Также известен как Рукожопый Хуби. Каждый день он открывает магазин в ветряке неподалеку. Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби. А я поищу другие зацепки. Ладно, будем на связи.